Здравствуйте, сейчас я вам продемонстрирую микс «Зима» из Германии. Цена 650 рублей за килограмм. В упаковке 41 килограмм 700 грамм. Стоимость всего микса 27 105 рублей. Количество единиц в миксе и стоимость за одну единицу вы сможете посмотреть под видео. Сейчас на столе продемонстрированы джемпер женский размер 56. Дальше водолазка небольшого размера, рукав немножко пыльный, его надо будет почистить, воротник высокий. Дальше джемпер с декоративными стразами, размер 44-46. Куртка большого размера, теплая, на молнии и на клепках, карманы на молнии. Толстовка, ткань похожа на флис, точно не уверена, большой карман. Немножко в ворсе, видимо, лежал рядом с капюшоном, с мехом. Вот это все легко убирается липучкой. Куртка легкая, женская, не с воланом. Высокий воротник. Есть спрятанный тонкий капюшон на случай мокрого снега. Рукава также по низу сделаны воланы, есть завязочки. Куртка на молнии, есть два больших кармана на талии. Жилетка детская. Так, рост 7-8 месяцев. Джемпер размер S. Теплая кофта размер XL мужская. Куртка внутри флис, она утепленная, размер XXL, капюшон несъемный. Еще одна куртка теплая, она на синтепоне, клепки, молния, два больших кармана на заклепках, капюшон, воротник с искусственным мехом. Состояние куртки отличное. Дальше толстовка, универсальная, подойдет как мальчикам, так и девочкам, на капюшоне шнурок, размер 46-48, большой карман. Дальше палантин женский, палантин большого размера, сейчас то, что вы видите, это сложено вдвое. Куртка размер 42, на молнии, утеплитель флис, карманы на молнии, состояние отличное. Кардиган женский, мягкий, теплый, без застежки. Карманы тоже отсутствуют, состояние отличное. Пиджак женский, на рукавах вставки, похоже на велюр. На пуговичках два декоративных кармашка. Размер указан 38, европейский. Дальше детские штанишки небольшого размера, 68. Детская кофточка, размер 74. Кофта теплая, мужская. Здесь сшита ставка с молнией, с капюшоном утепленным. А на рукавах имеются велюровые, на локтях велюровые вставочки. Сама кофта однослойная, теплая. Тоже немножко почистить липучкой. Так, штаны. Так, штаны на лямках. Без карманов, на резинке, размер указан L, XL, LXL, снизу имеется молния для одевания ботинок, состояние штанов отличное, джемпер женский, размер 46,
Теплый свитер, тоже женский, размер L. Пиджак халатного типа, размер 54, есть карман, он на пуговицах, большой карман спереди. К этому пиджаку идут брюки, также пижамного типа, сейчас это очень модно. Тоже размер 54, это комплект. Состояние костюма новое. Дальше пальто женское на двух пуговицах. Размер не указан, но он небольшой, скорее всего 42 размер. Оно однослойное. Свитер женский теплый, по воротнику вышиты узоры. На рукавах также есть косички. Состояние хорошее. Так, это у нас... Это пончо. Теплое. По одной стороне имеются вязки. Так, это у нас кардиган женский. Размер 44. Он идет без застежки, с коротким рукавом. Брюки. Размер не указан, но они примерно 46 размера. Кофта мужская на молнии. Размер тоже не указан, примерно 56-58. Так, платье туника. По бедрам имеется завязка. Высокий теплый воротник. Состояние отличное. Так, это у нас футболка, размер 44. Дальше юбка в клетку, тоже размер 44-46. Джемпер мужской, размер 46. Кофта на пуговицах с двумя карманами. Размер не указан, но она небольшая, 42-44. Жилетка теплая, новая. Чем-то похожа на каракуль, только мягче. На груди есть небольшой карман. Кофта флисовая, спортивная. Размер S. Два кармана на молнии. Состояние отличное. Куртка женская. Капюшон искусственный мех отстегной, размер L, два нагрудных кармана, два кармана на клепках спереди, одна пуговка отсутствует. Это легко исправить, можно найти похожую пуговку, либо заменить обе. А в остальном куртка в отличном состоянии, не потертости, ничего на ней нет. Так, тоже платье туника с большим воротом, размер S. Джемпер женский, размер S. Безрукавка женская, красная, небольшого размера, тоже, скорее всего, S. Если в обтяжку и укорочено, можно даже на M. Кардиган женский, вязаный, мягкий, размер 42-44. Пальто укороченное, женское, с искусственным воротником. На клепке также имеется пояс, она пыльная, это пыль. Это все легко оттирается даже просто элементарно влажной салфеткой. Так, джинсы замшевые, женские. Размер не указан, они небольшие, 44. Кофта теплая, размер M. Еще одна теплая кофта, она вязаная, звездочка крашеная серебрянкой по цвету. Так, она новая, размер XL. Жилетка теплая, на винте пони, с двумя карманами, размер не указан, она маленькая, примерно на 10-12 лет.
ремень. Пойдет бонусом. Полукомбинезон. На лямках, на резинке. Лямки не регулируются. Спереди застежка на липучках и на молнии. Имеются два кармана на молнии. Это тоже просто грязь. Это все легко оттирается мокрой тряпкой. Дальше штаны идут теплые. Теплые штаны на бретелях. Пояс флисовый. Они на молнии. Так, размер 52. Дальше у нас укороченное пальто на пуговках, размер 34. Размер. Нет, наш размер 34. Дальше колготки. Размер SM. Кофта теплая, с большим воротником, в отличном состоянии. Размер XS. Жилетка с поясом, карманы на молнии. Застежка двухсторонняя молния, размер S. Так, дальше у нас идет водолазка. По рукавам идут пуговки. Размер XL. Джинсы. Похожи на велюр. Они на резинке без застежки. Карманы декоративные. Размер 38. Кофта теплая. Мужская на молнии. Размер XL. Кофта теплая женская, она прошита серебряными блестящими нитками, она вся блестит, не знаю, видно на видео или нет. По спинке она длиннее, чем спереди. Размер, так, размер здесь идет L. Состояние отличное. Дальше у нас идут юбка женская, размер 40. Юбка теплая, теплый джемпер, женский размер, 36 европейский. Теплая кофта кардиганом, сверху на крючок с петелькой сделан, два крючка, размер 44-46. Джинсы женские, размер 33. Также здесь есть два полуботинка замшевых. Сбоку они прорезиновены. Они целые, размер 37. Их надо немножко подчистить. Так, дальше идет еще один ремешок. Юбка воланом, теплая кофта, размер M, сзади идет застежка. Две новые перчаточки, трикотажные, теплые. Так, спортивные штаны, женские, большого размера, новые, без брака, в отличном состоянии, размер L. Кофта флисовая, детская, ростовка 110-116, спереди два кармана, она на молнии с капюшоном. Жилетка детская, капюшон отстегной на клепках, размер 135. Кофта размер не указан, она большая, с детаечкой, углы удлинены. Так, это у нас шарф,
пуговками по краю в отличном состоянии. Штаны из эко-кожи. Размер 44. Они сделаны по спортивному типу с двумя карманами на молнии. Сверху на резинке. Так, дальше у нас кофта теплая детская с капюшоном небольшого размера, скорее всего. 56, вот написано 3 месяца. А это у нас платье. Оно похоже на махровое. Посередине завязки, два кармана. Оно без бретелек. Толстовка сзади с надписью блестящей. Спереди с усами. Ростовка 164. Спереди имеется большой карман на животе. Жилетка ростовка 164. Три пары перчаток теплых. Еще одна жилетка. Это пыль. Это все легко стирается мокрой тряпкой. А карманы на молнии. Сама жилетка на двухсторонней молнии. Ростовка XL+. Дальше теплая кофта размер L. Состояние отличное. Так, комбинезон детский. Размер не указан, примерно на 3-4 года. Так, кофта XL размер. Тоже в отличном состоянии. Джемпер на мальчика, размер S. Так, женский джемпер, размер не указан, но видно, что маленький, размер 38-40. И еще один женский джемпер, тоненький, тоже размера 42. Еще одна пара перчаток. Пара женских полуботинок. Состояние отличное, размер 42. Они тоже идут без застежки. Юбка женская на пуговке, размер 40. Юбка теплая. Еще одна теплая юбка небольшого размера, примерно на девочку лет 12. Сзади имеется молния. Так, тоже теплая юбка. Два декоративных кармана с отделкой из эко-кожи. Размер 38, европейский. Так, это у нас кардиган женский с большой красивой пуговицей, размер XL. Джемпер размер XS. И еще один женский джемпер, тоже теплый, размер XS. Теплая кофта, размер L. Сзади застегивается на молнию. Пиджак на молнии с двумя большими карманами. На карманах немножко пыльно, но это все легко тирается влажной тряпкой. Дальше идет джемпер женский размера L, указано 44-46. Дальше платье женское, тоже немножко пыльное. Все очень легко убирается. Размер у платья 40. Такой у него верх, оно с коротким рукавом. Толстовка большого размера, капюшон на шнурке, размер L указан, состояние отличное. Так, штаны из непромокающей ткани на молнии, сверху на пуговках, женские, два кармана на молнии. Сзади карманов нет, состояние отличное.
Последние штаны, это полукомбинезон. Они детские, тоже немножко пыльные. На молнии. Размер указан 134-140. На лямках, на резинке. Спасибо за внимание. Вам был представлен микс зимней одежды из Германии. Цена за килограмм 650 рублей. Вес всего микса 41 килограмм 700 грамм. Стоимость упаковки 27 105 рублей. Количество единиц вы можете посмотреть под видео в описании. Спасибо за внимание. До свидания.